Дорогие друзья, вьетнамский сезон телепрограмм «Мир наизнанку» продолжается. Но мы ненадолго покидаем эту уникальную страну и перемещаемся в соседнюю по приглашению старых друзей нашей программы, которые обеспечили вот такой шикарной техникой и обещали показать что-то уникальное. Поехали! Сегодня в программе мы из Вьетнама ненадолго перемещаемся в уже знакомую Камбоджу, которую вьетнамская война затронула очень серьезно. В джунглях на необитаемом острове мы услышим эхо войны. Нас ждут, ну, очень неожиданные встречи. Ай, он на меня ползет. И шанс испытать на себе, как сложно было воевать партизанам во время войны. И что сегодня чувствуют олигархи, когда покупают вот такие экстремальные туры в джунгли по 20 тысяч долларов. Но прежде, чем примерить на себя роль Робинзона Круза, нужно пройти тренинг. Мне придется научиться ловить крокодилов. Так они смотрят на меня все, я не могу, как они побегут. А нашим гидом в экстрим-туре станет не кто-нибудь, а настоящий миллионер, член правящей политической партии страны. Не переключайтесь, будет интересно. Мы в любимой Камбодже, королевстве, которое граничит с Вьетнамом. И приехали сюда совсем не случайно. Эта страна тоже сильно пострадала во времена Вьетнамской войны. А партизаны базировались на необитаемых островах в Сиамском заливе. Наша задача – экспедиция на необитаемый остров и поиски следов войны. А заодно возможность хотя бы отчасти испытать на себе то, что чувствовали солдаты в условиях тропической жары и влажности, сражаясь в непроходимых джунглях. И поможет нам в этом давний друг программы «Мир наизнанку». Николай, еще раз здравствуйте. Прошло 2,5 года. Как всегда, я рад тебя видеть. Я вас тоже рад видеть. Смотрю, у вас все хорошо по-прежнему. Развивается Камбоджа, развиваетесь и вы. Украшаем. Украшаем страну потихоньку, стараемся. В тот раз, я помню, было пару хаммеров. В этот раз я смотрю Мазератти и какое-то чудо-юдо, которое вы мне дали на прокат. Бэтмен-мобиль. Я так его называю, шутка. Кстати, напомним, с кем имеем дело. Это Николай Дорошенко, герпетолог из Узбекистана. Он приехал в разрушенную послевоенную Камбоджу еще в 90-х, чтобы развивать национальные парки и спасать исчезающие виды экзотических животных. Впервые оказался тут в статусе советского биолога с несколькими рублями в кармане. А сегодня он гражданин Камбоджи, член правящей политической партии и большой бизнесмен, у которого свои острова, пляжи, ночные клубы, отели, рестораны и магазины. Король камбоджийского побережья. Он за свои деньги построил и финансирует клинику, в которой после змеиных укусов бесплатно спасается вся страна. Впервые мы познакомились с Николаем и его змеями еще в первом сезоне телепрограмм «Мир наизнанку». Тогда-то Николай и начал готовить меня к экстремальному походу в джунгли. Прочитал теорию, организовал тренировочные вылазки в джунгли и провел один из самых важных этапов подготовки к походу в дикие тропики. Я испытал на себе боль и страх от укуса змеи, что в случае реального происшествия в джунглях очень поможет. На себя. Есть, укусила змея, люди. Это было 2,5 года назад. С тех пор многое изменилось. У Дорошенко новые острова и бизнес. Он трижды обновил автопарк, а за свою благотворительную деятельность и спасение людей от змеиных укусов получил звание Героя Камбоджи. Есть такой большой орден Героя Камбоджи. Да, невероятный, как у Кутузова, да? Но есть еще один сюрприз для украинцев. Я сейчас становлюсь почетным консулом Украины. Так как я помогаю всем, практически и русским, и украинцам, и казахам, всем. Но вот непосредственно украинцам здесь сложнее, потому что нету консульства, нету посольства, и приходится вот обращаться к кому-то. Это вот сейчас буду я. Дорогие друзья, впервые сообщаем в программе «Мир наизнанку». Николай Дорошенко, новый консул Украины в Камбодже. Почетный. Спасибо. Кстати, украинцев много поехало? Да, после ваших материалов, после вашей съемки, вы просто знаете, как ошеломительное количество людей едут. Едут семьями, едут отдельно, едут студенты. Это просто здорово, едут приличные люди. То есть Украина меня радует. И все туристы украинские, я скажу вам, что прекрасные люди. Все смотрят «Мир наизнанку». Узнав, что мы работаем во Вьетнаме и готовим сюжет на тему войны, почетный консул Украины пригласил нас в гости и приготовил сюрприз. Я подготовил шикарный экстрим, новое место, невероятный район.
очень интересно, никто там не бывал. Я думаю, мы будем первые там. Будут джунгли, будут мины, будут старинные окопы, будут невероятные виды на море. Будут то есть экстрим настоящий, пиявки, крыланы, ночь. В общем, проведение без ничего, без спички, без огня. Ну, дай бог фонарики возьмем с собой, остальное все ничего выживет. Без еды. Вода будет хотя бы? Вода будет. Остальное все, ничего не будет. Это вот те самые туры для олигархов, которые вы продаете успешно. Современные миллионеры и миллиардеры встали перед проблемой. Где отдыхать? Гавайи, Мальдивы или Сейшелы отпадают. Слишком уж банально. Были уже по 100 раз и дачи там построили. Северный полюс? Дорого, но холодно. А хочется, чтобы не только дорого-богато, но еще и тепло, не как у всех, да чтобы эмоции через край били. Один из подходящих вариантов – элитные экстрим-туры на необитаемые острова. Я прошу прощения за нескромный вопрос, но вы готовы оставить здесь, на берегу, свои Porsche, Maserati, свои Bentley и пойти в джунгли лично? Для меня это правильно, потому что я могу взять все, бросить чертовой матери и поехать отдыхать в джунгли, хоть немножко забыть. Забыть о том, что ты миллионер? Отключить телефон, дела, всю бытовуху, все эти проблемы и уехать вот именно в другой мир. Люди, которые живут в другом мире, отдыхать тоже предпочитают по-другому. Дорошенко их отлично понимает. Простите за мою нескромность, но вот такой золотой телефон, да. Смартфон с каким-то тоже символом. Это символ тоже партии какой-то, по-моему. Да, это ведущая партия, CCP, народная партия. Это редкая штука, видите, как герб партии. То есть это у всех депутатов, скажем так, да? Там есть определенная элита, которая получает эти вот, было всего сделано 550 таких. Вот видите как, в Камбодже народные депутаты и политики имеют даже корпоративные телефоны. Дорошенко скромничает. Дескать, покрытый золотом смартфон, инкрустированный бриллиантами, ему вовсе и не нужен. Просто на работе выдали. Так положено, партия велит. А что это у вас за пассажир такой внутри, а? Необычный. Политик-юморист на заднем сидении своего элитного спорткара возит скелет, чем порой шокирует полицейских новичков. Ну и дела. Дождь начинается. Дождь начинается, поехали. Куда? Там сюрприз, новый сюрприз, который я тебе готовлю. Я думаю, он тебе понравится. О, нет. И поехали, змеиных вкусов не будет. Будет пострашнее. В маленьком курортном Сиануквиле эти автомобили знает каждый и догадывается, куда они едут. Скорее всего, в Snake House, ресторан, дом, но главное, целый зоопарк, в котором в прошлый раз Дорошенко уже начал готовить меня к экстремальному походу в джунгли. И где меня укусила змея? Зубки вонзила прямо в вену! Кроме укуса змеи, был еще коктейль из ядов трех самых опасных змей Юго-Восточной Азии. После такого даже думать страшно. Какой это новый сюрприз приготовил для меня Дорошенко, если он страшнее предыдущих? Подними черепашку. Ого! Я думаю, где-то тридцаточка. 25, может быть. А кто так кричит у нас? Пеночка. Смотри, кто там приехал. Че, смотри, какие красавцы лежат. Это самочки. У вас тут настоящий в мире животных в реальности. Вы случайно с Дроздовым не знакомы? Дроздов, Николай Николаевич, он здесь у меня постоянно. Как он без Камбоджи? Отдыхает и с семьей, и на экстремальные маршруты выходит постоянно. Понятно. Таких два человека, как вы и Дроздов, не могли не встретиться просто. Вот это то, что тебе сейчас понравится. Николай, можно меня не томить и объяснить мне, что происходит? Ты должен поймать крокодила. Всего лишь ничего проще. И правда, поймать крокодила, что может быть проще? Спасибо хоть в целях безопасности мне, как новичку, выделили в помощники опытных крокодиловов. Это Йон, который в прошлый раз испытывал меня змеями, и его помощники. Перед тем, как отправить меня в логово голодных монстров, Дорошенко проводит мастер-класс. Вот эту петлю ты должен одеть крокодилу на нос. Я крокодил, да. Ты должен вот это вот затянуть. Угу. Тянуть резко. И вот сюда вот раз зажать.
Ага. Он на тебя не пойдет, не сможет тебя взять. И ребят тебе будут помогать. Господи, какой же я ненормальный. Зачем я к вам приехал? Лучше бы сидел во Вьетнаме тихо. Давайте, вот вы меня поймали, а теперь я позволю себе поймать миллионера. Глубже, глубже протягивай, да, и сжимай, все. И дальше я затягиваю, да? Да, затягивай. Опа! Да, все. Николай, ну, змея это одно дело, укусила, есть эти там таблетки, уколы, а тут, если ну хапнет... А ну... здесь не надо уколы, ты понимаешь, здесь будут зашивать, ты не переживай. Все будет проще. Никогда, все, начинай. Никогда не ездите в Камбоджу, никогда не приезжайте к Дорошенко. Забудьте дорогу сюда, в это место, дорогие друзья, это опасно. Должен поймать крокодила, давай. Йон, помнишь вот это, точечки? А, да. Это Рабдофис. Отрекомокнем, эй. Это кто? Это Рабдофис. Укусы редкие, американские. Из американских солдат только трое погибли. Реально. Умирал только трое. Раньше я вводили... Я не американский солдат, но могу стать четвертым. Раньше... Прошло 2,5 года. Я только залечил раны, понимаешь? И тут крокодил. Если ты ступил на территорию крокодила, то автоматически становишься для него добычей. Это животный рефлекс. Говорят, что человек, попавший в зубы крокодила, выживает только в 5% случаев. Эх, была не была. Давай, пошел. Пошел. Не-не-не, давайте отменяем. Пошел. Ну вот, дорогие друзья, ничего необычного. Я просто лезу к крокодилам, практически в пасть. Давай. Это нужно. Завтра тебе будет легче. Потому что завтра ждет еще хуже. Не буду предупреждать, крокодилы будут. Никогда не приезжайте, Дорошенко. Никогда. Что вы мне скажете на прощание? Снять башмаки. Потому босиком будет намного проще. В башмаках будет скользко. Это на прощание. Нет! Я не пойду, Николай! Давай. Вот, бери палку и лови вон того. Это попугай! Так, ну, с Богом. Пошел за ними. А этот на меня смотрит! Давай. Тебе надо схватить. Пошел. Смотри, они с воды будут атаковать. Накидывай! Следующий. Господи помилуй. Быстро делай. Так они смотрят на меня все, я не могу, давай, как они побегут. Четко и быстро. Давай. Тебе надо поймать крокодила, давай, скорее. Другого, следующего. Дальше. Опа, затягивай. Отлично. Затягивай сильнее. Тяните. Тут сзади еще один. Ай! Сейчас вырвется. Давай. Чоп. Видите, как он крутит? Хватай сверху на него, прыгай. Я боюсь. Сверху прыгай на него, чтобы не крутился. Вот уже и элементы обучения. Слабое место крокодила – глаза, подсказывает Дорошенко. Если их закрыть, он не будет видеть и станет уже не таким опасным. Сверху держи голову. Закрыли глаза? Все, держи тело. Я держу его под мышки. Отлично, да. Резиночками для денег перевязывают пасть. Ух, как страшно, а! Остается закрепить мощные челюсти скотчем. И уже не мы добыча для крокодила, а он для нас. Я поймал крокодила у Дорошенко. Дорогие друзья, он весит 35 кг. Это убийца. Вот какие глазки у него. Экзамен закончен. А теперь самый ответственный момент, его отпускают. Разъяренного и злого. Зная азы вот элементарные, зная повадки крокодилов, он легко ловится. Быстро разбивает скорость. Но, к сожалению, на поворотах сразу ее теряет. Поэтому, если вилять, бежать и вилять, то крокодил вас никогда не догонит. Ну, а вот то, что мы видели, как он схватил и пошел. Вот если рука твоя, нога. Он начинает крутить, он выкусывает у тебя кусок. Даже если последними кусочками, то есть маленькими зубами, маленькими выхватит небольшой кусочек мяса, он тебе вывернет. Если он дальше схватил за сухожилие, за кость, значит, он вывернет тебя в суставе. Знаешь, поэтому тут же, как только родился, надо моментально на него вскакивать.
Как только ты его схватил, то есть рука твоя в пасти, Сася, ты на нем. Что бы он ни делал, ты идешь за ним. Все, ты думаешь, так, где помощь, что как. Он ничего не может делать. То есть нужно вывернуться и обнять его покрепче. Конечно, да. Вот. Не все, что показывают в кино, в художественных фильмах там всяких, в ужасниках, все, конечно, это смешно. На самом деле это не так. Ну что, следующий этап у нас? Экстрим. Жесткий экстрим. Смотрите дальше. Как отдыхают олигархи-экстремалы. Путевка на необитаемый остров за 20 тысяч долларов. Настоящий экстрим. Мины и змеи. Ай, он на меня ползет. Да ползет, нет? Да ползет, конечно. Не переключайтесь. Напоминаем, мы находимся в Камбодже и готовимся к экспедиции на необитаемый остров в Сиамском заливе, чтобы ощутить себя вьетнамскими партизанами или туристами-олигархами, которые заказывают такие путевки по 20 тысяч долларов. Уже сегодня нам обещают жесткий экстрим. Ну а пока все начинается, как у настоящих миллионеров. Новый день, новая машина, роскошный Porsche Panamera, тоже единственный в Камбодже. Шаг первый – купить питьевую воду, которую по условиям экстрим-тура брать с собой можно. Ну что, наш экстрим начинается красиво. Николай, вроде вчера другая машина была. Там маленькая, вещь не вмещается. Шаг следующий – причал. Выгружаем из Porsche альпинистские обвязки, веревки и прочий экспедиционный груз. И спешим на скоростное судно. О, какой катер модный, а! Ну что, Николай, с Богом, поехали! Итак, наша цель – остров Кахпринь в 80 километрах от побережья. Какую скорость развивает? Ну, до соточки почти. Ну, как 90 бывало. Обыкновенная деревянная лодка 6 часов идет. Угу. Мы будем за час. Ну что, погнали. Туристов на острове не бывает, рыбаков тоже. Слишком долго и дорого сюда добираться. Только себестоимость дороги в обе стороны на этом трехмоторном скоростном катере – 1000 долларов. Сегодня возле острова можно встретить разве что браконьеров, которые ради цветного металла рискуют жизнью, собирая мины. А еще там просто шикарный подводный мир. Акулы! Невероятное количество! Тунец, марлин, я не знаю там. Вот последний раз очень часто встречается китовая акула. Шикарная красавица. И вот земля уже совсем близко. Ни пляжей, ничего, одни камни. Вот сейчас будем здесь высаживаться и пойдем в лес напрямую. И будем уже буриться. Там внутри есть кое-какие тропинки, уже набитые военными и вьетнамцами. Николай озвучивает нашу миссию – полностью пересечь остров. Катер будет ждать нас с противоположной стороны ровно через сутки. Что бы ни произошло, выбраться с острова раньше шансов нет. Рации у нас нет, связи нет. Нет, связи нет, пожалуйста. Нет, связи. Можем показать. Ни одной рисочки. Самая бесполезная вещь на необитаемом острове – телефон. Но есть и вещи полезные. Дорогие друзья, итак, давайте продемонстрируем, что у нас с собой. Чтобы никто не думал, что у нас тут консервы, варенье, печенье. Вот веревка, обвязка, гамак, ключики, чтобы тоже никто не говорил, что это шоколадки, лейкопластырь и дезинфекция. Два фонаря, штаны сухие есть, запасная футболка «Мир наизнанку», извините, трусы, ремень, так, вода, йод, фонарь, водонепроницаемый пакет на всякий случай, салфетки влажные, ножик. Запасная обвязка, кофта теплая на ночь, верхний карман, чехол для рюкзака, аптечка. Николай, еще извините, вот нескромно, у меня в аптечке есть такая штука, говорят, спасает в различных ситуациях, даже на необитаемом острове, это правда? Как жгут на руку, как резинка, как в телефон спасти, там какое-то оборудование. Ну, знаете, в Украине есть социальная реклама по телевизору. Презерватив не нужен только если ты на необитаемом острове. А нам он, может быть, понадобится даже на острове. Вот, собственно, и все. Больше у нас ничего нет. У Николая тот же набор. Плюс целлофан на случай дождя и незаменимый помощник герпетолога. Змеиный крючок. А еще то, без чего путешествие по этому острову просто невозможно. Металлоискатель. Прячем экипировку в мусорные пакеты и вплавь спешим навстречу приключениям. Привет!
просыхаешь здесь мгновенно. 5 минут, одежда сухая. Да, но потом начинаешь потеть и опять мокрый. Мусора столько, что просто не верится, что остров необитаем. Вот, пожалуйста, готовые фляги, понимаете, для хранения питьевой воды. Всевозможные эти самые варианты ловить рыбу. И сети, куски. Материя, лески, пенопласт есть. Пенопласта так много, что можно сделать, собрать мешков тоже очень много. Мусорных. Можно связать, да, все это. Положить внутрь пенопласт. Да, и сделать плот. Целый плот. В мире есть сегодня острова, на которых нет мусора? Мусор есть везде. В общем, современный Робинзон Крузо, случись кораблекрушение, на острове точно не пропадет. Была бы смекалка. Тут даже гвозди найти можно. Море выносит на берег все, что выбрасывает человек, а убирать некому. А вот с дарами природы стоит быть осторожнее. А вот это ананас? Это панданус. Плоды очень яркие, сочные. Они там чаще всего они несъедобные, они ядовитые. А съедобное оказывается то, что более невзрачное, зеленое, не жесткое, вяжущее, очень невкусное. Его еще можно есть. Поэтому надо смотреть на кал птиц, смотреть то, что птицы едят, то, что животные едят, то можно употреблять. Вот это все нельзя. Вообще, Николай, какие главные правила? 10 заповедей, попавшего на необитаемый остров. Не поскользнуться, случайно не упасть куда не надо, и не подвихнуть ногу, не дай бог перелом или еще. Вот это чаще всего, ведь это даже опаснее, чем змеи, насекомые и все остальное. Ну а нам тем временем пора в путь. Это старые укрепления. Все боевые доты, которые строили уже вьетнамцы. Остров Кахпринь дважды сжигали напалмом. Посыпали бомбами с самолетов Б-52. После Вьетнамской войны он был мертв, но за 40 лет возродился заново. Посмотри, что творится. Много как, а? Это термит. Сунь палец. Супер. Ух, нифига себе, разрез какой сразу. А теперь ты знаешь, что такое термит. Николай! Если бы я сказал, что это больно, ты бы его не сунул. В джунглях трудности на каждом шагу. Больше всего мешает идти вот это колючее растение. Ротанг. Известный нам как материал, из которого делают плетеную мебель. Если ты рукой задеваешь лицом, смотри, что происходит сейчас. У него идут колючки, видишь, по две мощные. Угу. И он выдирает ткань просто. Попробуй, возьми его, жесткий. Видишь, что делает? Это лицо, щека, выдирает все сразу. До шрамов. Да, вот это вот опасно. Как видите, романтики в настоящих джунглях мало. В следующий час нас сопровождала достаточно однообразная картинка. И время от времени очень болезненные укусы термитов. Термиты. Солдат, я за него рукой взялся. Но вот и приятный сюрприз. Не будь у нас с собой воды, он был бы спасительным. Это грибы-рюмки. Есть их нельзя, а вот выпить из них можно. Полные чистой пресной воды. Ну могут же в ней быть какие-то бактерии. Обязательно, обязательно они есть. Третьи-четвертые сутки обезвоживания будешь пить любую воду. В кино обычно показывают. Попал в джунгли, там срубил бамбук, выпил из него воды. А вот посмотрите, где ты можешь срубить. Я бы сейчас с удовольствием выпил воды. Любой сок, он горький, жутко и прям отравляющий. Вот сорвите любой. Поэтому у нас в лесу легче прожить. Где ежики, ужики, белки, гнезда в дуплах, яички. Понимаете, там можно прожить. Да, ягода, мы все это знаем. Знаешь, в конце концов, можно поставить ловушки на зайцев. Здесь на кого, посмотрите, здесь даже крыс нет. Ну а тут, грубо говоря, есть что поесть вообще или нет? Круг, стол накрыт, как говорится. Меню перед нами. В таких случаях лучше терпеть. Лучше приходить к воде. У моря легче прокормиться. Ну что, привал? Да, привал. И коль уж мы снимаем программу, речь заходит об экстремальных съемках. В фильмах и программах о выживании в дикой природе обычно все очень красиво складывается. Высадились, идем, и вот она, еда. Мы ее поймали, зажарили и съели. Я вот тоже так представлял себе, что будем идти ловить кого-то. Если бы не было с этой воды, замучились бы от жажды. Когда осознаешь, что у тебя нет воды, хочется пить еще сильнее. Ну не зря этот тур для клиента стоит. Сколько стоит этот тур для клиента, кстати? 15-20 тысяч. Долларов. Как к организатору экстрим-туров, к Дорошенко не раз обращались телевизионщики и киношники с просьбой организовать съемку. Но только чтобы в действительности не рисковать. Называть знаменитые фильмы Николай не хочет, но суть раскрывает. Ходит съемочная группа, не снимает джунгли далеко. Снимаем рядом. Либо национальный парк, либо какие-то речушки, либо даже вот Индепендес парк, где шикарная пятизвездочная гостиница. Рядом с ней такая вот парковая зона.
То есть у себя во дворе там, зашел, конечно, да, снял, да, потом да. смонтировал. Вообще. Еще идет группа сопровождения, 10 человек с микрофонами. Ну, само собой, да, вплоть до света и всего остального. То есть программы про выживание в дикой природе – это на самом деле срежиссированная постановка. Ну, конечно. Даже в одиночных, то, что мы сегодня видим, все это прям реально, все это, конечно, подстава реальная. Вот мы сегодня работаем реально, то есть в реальных обстановке. Давайте подтвердим телезрителям. Александр, можно вашу камеру на секунду? Александр Дмитриев вспотел, ему тяжело. Саша, что скажешь? Жарко. Ему вдвойне жарко. Тяжело. Вот такой командой мы работаем, сделаем панораму, чтобы подтвердить, что с нами нет съемочной группы, с нами нет насильщиков, медиков, гримеров и прочих сопровождающих. Никого нет. Отдохнули, поболтали и снова пошли. Пейзаж не меняется. Ротанд мешает идти и царапает. Ориентироваться сложно. Например, мха с северной стороны деревьев, как в наших широтах, тут нет. Без опытного проводника мы бы уже давно заблудились или ходили кругами. Ну а ситуация, которая произойдет через мгновение, поначалу вообще показалась страшным сном. Стоп. Кто это? Щиточек. Орудие? Вот он какой хороший. Ну вот он, щитоморничек. Это вот самая главная его гадская манера – не убегать. Ну, я не видел. Он всегда замирает. Он считает, что мы его не видим. Пока не пройдем рядом, вот где-то сантиметров 15-20, нанесет укус и опять замрет. Когда ты его уже касаешься, тут начинает дергаться. Способность щитоморника сливаться с окружающей средой погубила уже немало азиатов. Дорошенко уверяет, даже он, опытный герпетолог, мог бы не заметить и получить укус. Возьмем. Вот он. Он не ожидал, что здесь будут люди. Как те зубки? Смертоносные зубища. Красавец. Что происходит в результате укуса? Это будет сумасшедшая отечность. Жуткие боли. Будет внутреннее кровотечение. Если сильное отравление, даже со рта будет идти кровь. Гематомы такие мощные будут, знаешь, как трупные пятна на теле. В общем, все не очень хорошо. Все это болезненно. Отмирание тканей вокруг именно укуса. Если не ввести вакцину, максимум через 3 дня человек умирает. Поэтому единственное, что может спасти вас в джунглях от змеи – внимательность. Если на змею не наступить или не подойти слишком близко, сама она не нападет. Предположим, я шел без вас. Предположим, я его заметил. Да, ты можешь даже понять. У меня нет вашей волшебной палочки. Вот он не может на меня броситься? Нет. Есть такая вероятность? Нет, не бросится. Я держу щитоморника. Поймал. Через секунд 20 она все-таки сделает свое дело. Ай, он на меня ползет. Да ползет, нет? Да ползет, конечно, но ты не переживай. Она будет рассказывать своим детям, как она встречала Комарова. Ну что, Николай, идемте искать ночлег. Потому что здесь я теперь спать не хочу. Змейка, пока! Самое опасное, Николай, страшное для меня то, что вы говорите, можно идти, он укусил, а ты подумал, я укололся, и пошел дальше. Потому что первый укол, очень тонкие зубы, входит моментально. Яд прыскает очень быстро. И через какое время ты поймешь? Ну, реальная боль после яда, именно от яда, начинается через минуты. До первой секунды ты просто получаешь укол. Потом сомнений не будет, поймешь, что змея. Конечно. Ну и как вы мне уже рассказывали, когда тренировали меня, главное отсасывать. Отсасывать. Не отсасывать всего минут 10-15, не больше. Потом это все идет бесполезно. Ну, то есть укололся, пошел отек, боль, значит змея. На всякий случай сосем. Ну, мы уже привыкли. Всегда все, что укололо, мы сразу тянем в рот. Помните? Угу. Это же у нас уже выработаны рефлексы и тысячелетиями. А тем временем, Николай, помните? Мы идем уже, наверное, 6-й час. Потому что уже темнеет. Темнеет. Надо готовить базу к ночлегу. Пока искали ночлег, наткнулись на бетонный бассейн, построенный здесь больше 40 лет назад вьетнамскими партизанами. Что здесь было? Подаем запас воды для людей, кто здесь работал. Вьетнамцы, вьетнамские части, ставили здесь свои гаубицы, свои зенитки. Как они их разгружали, понятно. Вы представляете, вот это построить, кирпичи завести сюда, черное это откуда, и все это построить. Мало того, что сначала эту емкость надо было в камнях выдолбить. Ребят, посмотрите, какой грунт идет. Это все камни, камень. Дело в том, что американцы, когда начинали войну с вьетнамцами, конечно, обращались первым делом в Камбоджу, к королю Сианоку,
Кросс я, ну, подсказал американцам. То есть, чтобы размещать здесь свои базы? Да, свои базы. Какова позиция Камбоджи была во Вьетнамской войне? Против, конечно. За что была и наказана американцами. Огромные мощные бомбардировки. Это когда с севера поставляли с оружия в Южный Вьетнам через Камбоджу. Угу. Американцы постоянно бомбили всех, все, что двигалось. Все местное население. Женщины, дети, плевать на все. А если бы дали добро на размещение техники? Сейчас бы у нас в Камбодже был бы Таиланд. Дорошенко имеет в виду экономический бум и процветание страны и объясняет свою позицию. Таиланд дал добро, но было неудобно американцам через Камбоджу летать. Это политика, это история, которая сегодня уже много чего не говорится, понимаете, все это все в тайне, не хотят открывать правды. Потому что если бы король Сианук в то время отдал свою родину, так сказать, во руки американцев, может быть, было и лучше. Не было бы этих войн, не было этих отношений политических, американских, вьетнамских, не было и Пол-Пота. Пол-Пот правил Камбоджей с 1975 по 1979 года. За это время, по некоторым данным, убили около половины населения собственной страны. Уничтожали в основном интеллигенцию – врачей, учителей, тех, кто имел образование или знал иностранный язык. Могли убить за то, что носишь очки. Всю страну насильно отправили сажать рис. Кто отказывался – убивали. Пол-Пот хотел построить общество новых людей. И спасли в итоге Камбоджу вьетнамцы. Эту историю мы подробно рассказывали в камбоджийском цикле программы «Мир наизнанку». Дальше уже освобожденный Вьетнам, выигравший американские войны. Он уже сильный, уже имеющий опыт войны в джунглях. Ну, то есть, представляете, сколько лет. Да, он спокойно заходит на Камбоджу. И побеждает, то есть оттесняет Пол-Пота. Фактически получается, что вьетнамская война нашла не только во Вьетнаме, она нашла и здесь. Конечно. Нашу беседу о войне прервал звук сверху. Обратите внимание, кто это? Это вот это летучая мышь? Да, только крылан. Но она как для мышки большая. Летучая собака. Летучая собака. Их называют лисы, собаки. Вау. Их много видов и подвидов. Супер. Размах крыльев этого животного, только представьте, 1 метр и 70 сантиметров. Да уж, мышью такого гиганта действительно не назовешь. Настоящая летучая собака. Ну а мы тем временем добрались до места ночлега. Так, ну да. Что, вот тут у нас деревья, где мы можем подвязаться. Через минут 25 будет темно. Да. Очень интересно узнать, что чувствует в джунглях человек, который привык каждый день ездить на Порше, на Мазерати. Что вы здесь чувствуете? Спокойствие, мне нравится. Я отдыхаю. Нету телефонных звонков. Представляешь себе? Такая красота. Но ощущения на этом острове у Николая особенные еще и по другой причине. Только сейчас, в лагере, он наконец раскрывает секрет. Мы находимся на его необитаемом острове. Это мой новый проект, да. Это 8 островов, которые сейчас запускаемы. Юридически кому принадлежит этот остров? Проект этот принадлежит людям, намного известным, в том числе, и я. Это тоже отчасти ваш остров? Вот вы нам наконец-таки открыли секрет, что мы сегодня приехали не просто на необитаемый остров, а на ваш необитаемый остров, очередной. Да, конечно. Что здесь будет? Это национальный парк, это охраняемая зона. Дело в том, что все эти мелкие острова очень быстро подвергаются опасности исчезновения. 150 метров моря побережной зоны, мы берем свою охранную зону. Никого не допускаем. Работаем совместно с военными. Это такой островной национальный парк. Охрана кораллового рифа. Ну и, конечно, островные виды животных. Чтобы доказать свою любовь к животным, миллионер-биолог приглашает нас на экскурсию по ночному острову. Говорит, бывал тут уже десятки раз, поэтому знает наверняка. Тут есть на кого посмотреть и кого поймать. После 8 часов выходят животные ночные обычно. Меня интересует крайт. Крайт – одна из самых опасных змей в мире. Здесь, на острове Кахпринь, утверждает Дорошенко, они в безопасности, их достаточно много, и найти змею шансы есть. Но пока встречается другая живность, например, скорпионы. Вот он маленький. Так вот, он кусает больнее, чем большой черный. А вот и новая встреча. Смотри, какой геккон. Чудо. Ты мой хороший, какой ты у меня хороший, далеко красавец. Давай, беги. О, это другой вид, это летающий геккон, красавец. Он перепрыгивает и перелетает с одной ветки на другую, он планирует. Лапы с промежутками
как да, крыльями. Пленочки, как уточки, все закрыто. Также на животике, на груди у него есть пленочка, которая расширяется при полете. Хвост имеет расширяющий мембрану. А под ногами все время встречаются сухопутные крабы. Пожалуй, самая легкая добыча здесь. Николай, я есть хочу. Не надо. Зачем тебе его есть? Наслаждаться надо. Смотри, смотри, какая красавица. Девочка. Смотри, какая мордашка толстая. Кусается очень сильно. Вот так, дорогие друзья. Это очередные секреты касаемо туров Дорошенко экстремальных. Не ходите с ним, потому что он вам ничего есть не даст все равно. А вот еще один. Крабик. Их тут очень много. Если бы не отпускали, то пиво уже можно было попить неплохо. Крайтовые места прям, ну прям крайтовые, понимаешь? Все укушены крайтом, мы не спасли ни одного человека, потому что привозят нам уже их практически мертвых. Они у нас на глазах умирают, люди. Либо не довозят. Какие симптомы? И души. Нейротоксин, который отличает функцию грудных мышц. И человек при этом все видит, все чувствует, да, не может дышать, не может говорить. Ну, представляешь, что ты сейчас не можешь, все. У тебя не работает мышца, грудь, у тебя не дышит. Вот у тебя один выход, падать на бревно и отжиматься, и при этом говорить. Па-ма-и-те-я-а-е. Понимаешь? Вот так. Либо тебе дают вентиляцию легких. Чего под рукой, конечно, нет. Край – страшная штука. Слава богу, что они это встречаются. И они встречаются только ночью. И он нужен, потому что здесь он есть. Точно есть? Конечно. Змеи, гекконы, все, что для него нужно. Успокойте, нет людей. Это самое важное. Край в населенных пунктах не живет. Это не кобра. Еще минут 40 мы бродим по лесу, разглядывая летучих гекконов и крабов. И вот герпетолог вдруг подтверждает свою квалификацию. Про крайта он говорил не просто так. Он действительно знает про змей все и чувствует их. Тише, тише, Саша, тише, не тише, тише. Не шевелись. Саша, снимай меня. Он может погнать в любую сторону. Сильный зверь. О, какой красавец. А, какой красавец. Вот так вот, это же здесь. Ох, какая моща. Это машина. Машина смерти? Ага, зубки маленькие. Но в кожу он будет впиваться так же, как и кобра. Будет наносить, жевать и кусать как можно больше вводить яда. Хотя яд настолько сильный, что даже одного укуса хватает. Красивый, яркий, но смертельно опасный. Одна доза его яда легко убивает 10 человек. Дорошенко объявляет страшную добычу своим трофеем. Надо будет его забирать куда-то. Вы же обычно отпускаете. Крабов отпускаете, щитомордников отпускаете. Отпускайте его тоже. Крайт мне нужен. Он мне нужен в коллекцию. Хороший крайт. Шикарный крайт. Теперь мы уже домой. Миссия выполнена. Этот день я не забуду никогда. Впечатлений так много, что организм включает защитную функцию. Хочется спать. Следи на крайта, осторожнее. Пускай спать, он будет рядом с нами спать. Спокойной ночи, Николай, до завтра. Спокойной ночи, давай, я пошел тоже. Ночью шел дождь, от которого мы прятались под пленкой. Спать под звуки настоящих диких джунглей – ни с чем не сравнимые ощущения. Все вокруг пело, трещало и стрекотало. И вот, наконец, утро. Наш гид советует прежде всего проверить, не поселился ли в обуви скорпион или другой сюрприз от джунглей. Сам же Николай первым делом бросается к своей вчерашней добыче, чтобы уже при свете хорошо ее рассмотреть. Он еще спит. Как тебе размерчик? Впечатляет. Черные глаза. Вот тебе, понимаешь? Вот тебе скоростной край. То сидит, не уходит никуда, то начинает резко двигаться. Это можно сказать, Николай, что вы его сегодня первый раз выгуливаете. Ну с да. С утра пораньше. Ну, утром-то он обычно уже в укрытии.
Он не любит день, он ночной зверь. Змеи, даже самые опасные. Для герпетолога большая любовь. Глядя, как бережно Николай умывает своего нового питомца, в этом нет никаких сомнений. Упакуем рюкзак аккуратненько, чтобы дышал, чтобы не травмировался. А вы будете давать ему имя? Нет, как-то змеям имя не даем. Почему? Не заведено, что ли, птицам дают как-то. С кем общается, есть обратная связь какая-то. Змеи все-таки инстинкты одни. Общения нет. Она не воспринимает человека. Тузик, Машка, Дашка. Да нет, нет. Сережка. Змеи змеями, а до вечера нам нужно успеть пересечь остров и попасть на катер. Пройдя несколько километров по живописному каменистому берегу, мы снова поворачиваем в джунгли. Нашел вещь самую бесполезную на необитаемом острове. Деньги. Но это вот действительно здесь, это не значит ничего. Ничего. А вот баньян какой шикарный. И похоже, его на палм не взял. Ух, знаешь, сколько в нем энергии и силища. Тем временем остров потихоньку снова напоминает о своем военном вьетнамском прошлом. Здесь стояло орудие, 100%. Гаубиц? Явно какая-то зенитная установка стояла. Здесь прятались от прямых попаданий. Удобная штука. Дальше. Мин здесь еще нет? Кто его знает. То есть надо уже аккуратнее. Я стараюсь просматривать все, но я скажу, что все перетяжки, которые раньше ставили, они, конечно, все сгнили. Прелеска пересыхает за такое время. Остается мина. То есть без гида на такой остров вы не рекомендуете отправляться? По сути, мы рискуем. Мы не пользуемся металлоискателем, потому что идем по маршруту, который я уже несколько раз прошел со своими клиентами-миллионерами, объясняет Дорошенко. Хотя расслабляться все равно нельзя. Уже после войны в мирное время на территории Вьетнама и Камбоджи от неразорвавшихся мин погибло более 10 тысяч и покалечилось около 12 тысяч человек. Это при том, что разминированием материка занимаются отряды саперов, чем необитаемый остров похвастаться не может. И очень скоро мы убедились в этом лично. А вот и эхо войны. Растяжки нет, не разорвавшийся обыкновенный снаряд. Что это? Минометная граната. Опасная? Да. Трогать можно? Лучше не трогать. Но от того, что наступишь, такая может рвануть? Я думаю, нет. Чтобы рвать, надо ей ударить молотком по ней. Но брать не будем, от греха. Вы опять зацепились металлоискателем. И, честно говоря, хочется им воспользоваться после того, что мы сейчас увидели. Сказать по правде, первый сюрприз меня насторожил, но не очень напугал. Потому что такие снаряды сами по себе не взрываются. Но после того, что мы нашли буквально через 5-7 минут, по телу пробежали мурашки. Опа, стоп, осторожненько. Еще Ой. Одна. Еще одна. Смотри вокруг. Пехотная мина. Обыкновенная вьетнамская, пластиковая. Хорошо сохранившаяся. Не шевелись, снимай. Стой, не шевелись. Снимай. Сними аккуратно. Ногами не ходи никуда. Я не хочу дальше. Если идти мину вообще поставить на дороге, то ее будет видно. Люди смотрят под ноги. А растяжка через тропинку идет. Она умирает за такие годы. Даже леска и та рассыхается, разваливается. Очень часто видно. Если наступить сверху. Нельзя, ни в коем случае, нет, конечно. Срабатывает у нее, видишь, как у нее на наступание и на выдергивание. Она отрывает ногу? Да, отрывает ногу. Так что страшнее, змеи или мины все-таки? Мины. Мины. Николай вспоминает, как еще несколько лет назад видел и находил тут не только противопехотные мины. Бомбы здесь было очень много крупных авиационных бомб. Вы видели лично? Да, их сейчас нет, потому что это цветной металл. После двух находок наш проводник принимает решение доставать металлоискатель. Говорит, что маршрут, конечно, помнит, но всегда есть риск заблудиться и ступить туда, куда раньше еще не ступал. Все чисто. Берет хорошо. С металлоискателем ходить в районах бывших войн не очень приятно. Легче в исторических районах ходить. Самая необычная находка ваша. Ой, монеты, ножи. Есть? Мелочка какая-нибудь. Патрон? Может быть. Опа! Она вот так стоять должна. На деревянный штырь. Деревянная сгнила, она упала. А сверху растяжка от нее, сверху сойдет. Заряд может быть? Может быть. Я не хочу тут больше ходить, только вслед за вами. Но экстрим пока не заканчивается. Во-первых, мы выпили всю воду, и жара дает о себе знать. Во-вторых, Николай все-таки признается, что потерял ориентиры и не может найти то место, откуда обычно спускался к катеру. Нужно искать новое. Вот тут, наверное, и понадобятся наши веревки. Здесь лететь опасно. Не дай бог, будьте аккуратны очень. Не остановишься, метров 50 будешь лететь. Держите руку. Опа.
Так. В общем, дорогие друзья, именно в гнилом дереве причина, по которой мы не можем здесь спускаться, некуда подвязаться. Ой, Николай, скажу вам честно, теперь я понимаю, в джунглях романтики мало, если она вообще тут есть. Джунгли – это работа. Дорошенко и не отрицает. Да, для него это действительно работа. На моем месте в его компании на этом острове не раз бывали политики и большие бизнесмены, которые платили за возможность почувствовать себя Робинзоном по 15-20 тысяч долларов, чтобы, будучи измотанным, усталым и грязным, мечтать о комфорте. Как только появится связь по телефону, я закажу дома, чтобы мне сделали моста или манты. Холодненькой водички. А дальше опять жить, опять рутинка, опять бизнес, строительство, социальные встречи, министерство, галстук, костюм. У меня вообще жизнь, да? Галстук, костюм, бабочка, джунгли. Галстук, костюм, бабочка, джунгли. Вот она, жизнь простого камбоджийского политика, выходца из Узбекистана, почетного консула Украины. Утром Мазерати, вечером гамак в джунглях. В рассуждениях о жизни миллионера-экстремала мы постепенно подбираемся к нашему элитному катеру. Неужели мы пришли? Еще нет. Ух ты! Следы войны. Давай. Это калаш? Да, калаш. Вау! Невероятно! И наш кораблик уже на месте. Здесь живут акулы, китовые, дельфины, скаты громадные. Это море чудесное, теплое. Круглый год идеально чистая вода, посмотри. Мечта. Все, Николай, до встречи. Счастливо, счастливо. Следующий. Николай, вы довольны? Я доволен. Отдохнул, расслабился еще, забыл о своей работе. Отлично. Наш экстрим-тур заканчивается. Мы провели на острове чуть больше 30 часов. По рекомендации гида ничего не ели. Ведь несколько суток человек действительно может легко обходиться без пищи. Видели, какие в джунглях могут быть опасности. И слышали эхо вьетнамской войны. А еще на себе прочувствовали, что такое жизнь в диких тропиках. Кстати, испытать эти ощущения может каждый из вас. Всего-то за 20 тысяч долларов. Так и хочется спросить, кто последний в очереди за путевкой? Шутки шутками, а желающие действительно есть. Дорогие друзья, очередная встреча с экзотическими странами нас ждет, как всегда, в следующую субботу. Пока! В одной из следующих программ мы еще вернемся к теме вьетнамской войны. Спустимся в легендарные тоннели Кучи. Немножко не такая атмосфера! Увидим жуткие изобретения партизан. Наступаешь сюда ногой, и происходит следующее. Все. И пообщаемся с ветеранами. А ровно через неделю нас ждет мирный Вьетнам. В следующем выпуске программы «Мир наизнанку» мы узнаем, кто такие песчаные браконьеры и зачем воровать песок с дна речного. Так нагрузили песком, что уже практически затонули. На грани. Креветки-бройлеры. Как элитные морепродукты, которые мы считаем морскими, выращиваются на затопленных рисовых полях, напоминающих болото. Вот видите, есть кошачьи корма, есть собачьи, а есть креветочные даже. Удивительно. По секрету всему свету. Героиня нашего сюжета, украинская бизнесвумен, рассказывает, откуда на Черноморском побережье Крыма берутся сувенирные ракушки. Если посмотреть на рынок Черноморского побережья, то какой процент ракушек отсюда, из Вьетнама, а какой действительно выловлен в Черном море? В Черном море выловлено меньше 1%. То есть всего этого у нас нет? Нет. Ну а потом мы попрощаемся с Нячангом и отправимся на кофейную церемонию, чтобы попробовать самый дорогой сорт кофе в мире, над производством которого трудятся вот такие зверьки – циветты. Вот тут у нас, извините, вот этих вот экскрементов. На какую сумму? Около 100 долларов. Покакали зверьки на 100 долларов. Выгодно, прекрасно, гениально. До скорой встречи. Александр Дмитриев тоже готовится идти к джунгли, поэтому вот такой лохматый. Он уже готов, вот, смотри. Скелет. Зачем вы его вывезли с собой? От полиции? Даже нас дома выгнала его, куда его сажать? На машине, так жалко. А большие черные пакеты зачем?
Не тела ли на родину отправлять? Александр, самое страшное что? Подумай, время есть. Вот. Не знаю. Пенка зверствует. Отпусти. Отпусти. Вот так мир наизнанку развлекается в любимой Камбодже.